Сказки, рассказы, басни, стихотворения, произведения российских и советских поэтов, писателей, которые стали классикой мировой литературы. В пункт приема гуманитарной помощи активисты Совета старейшин города принесли сказки для детей младшего возраста и классическую литературу для старшеклассников. Именно на таких сборниках печатных изданий выросли многие поколения. У нас почти все члены Совета старейшин уже как бы немолодые люди. И они часто смотрят телевизор, разные программы. И несколько раз обращались учителя из школ Донбасса, что им не хватает книг, что дети хотели бы почитать. А книг нету. Каждая книга для юных жителей Донбасса выбрана с душой. Книги, которые учат добру. В них описаны подвиги настоящих героев. Чтобы дети Донбасса тоже читали классику, читали советских писателей и Драгунского, и знали стихи Тютчева, Пушкина, Некрасова, чтобы была доброта в детях. Внести свою лепту в общее доброе дело может каждый. Для этого достаточно принести детские книги в Центр социального обслуживания по адресу улица Зорина, 1. Все собранные книги вскоре направят на распределительный пункт, а затем в детские сады, школы и библиотеки Донбасса. Анна Шурко, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.